Всем привет! Африка является домом для многих разных животных. Мир зверей покоряет туристов своим разнообразием, однако некоторые из них несут смертельную опасность. Они могут отличаться видом и размером. Возможно, наиболее известны тем, что являются падальщиками, гиены также невероятно мощные охотники. Они используют свои умения в стае для того, чтобы охотиться и ловить жертву с ужасающей эффективностью. Но также они могут разрешить льву убить жертву, чтобы потом напугать его и украсть добычу. Гиены всегда находятся в группе, которая называется клан. В этом заключается их безопасность и мощность. Они могут преследовать свою жертву на протяжении нескольких километров со скоростью 60 км в час. Из-за этого животное устает и становится мишенью для клана гиен.